Так, позвоню-ка я старому знакомому, дружбану. Что-то давно его не видел. Пропал где-то с этой ситуацией в стране. Что это он там? Привет, живой, живой. Пропажа. Ты где? В смысле? Да я вижу, что ты в своем офисе сидишь. В каком карантине? Пришел на работу, заработался. Выходи. А карантин? Вот так вот и сижу здесь неделю уже. Ого! Вот это да! А что ж ты там кушаешь неделю? Хорошо, секретарь забыла семки. Вот так и выживаю на семке. Ничего себе! Да я вижу, ты там щеки такие набил. Прям бурундук натуральный. Может, тебе что-то посерьезней? Братан, а есть колбаса? Есть. Слушай, привези, а? А сейчас, без проблем, выезжаю. Жду, давай. Давай, давай, скоро буду, давай. Так, собрал, конечно, все на скорую руку, но, как говорится, чем богаты, тем рады. Конечно, белок, колбаса обязательно, пусть кушает. Так, витамины тут. Ну, витамины вообще, особенно сейчас, в наше время, иммунитет. Тут какая-то, короче, есть еще там, не знаю, заправочка. Так, макароны. Нужно, да, он высокий, большой. Ну, конфеты обязательно, но это их мало. Решил еще одни взять. Вот такую пачку глюкозы. Заряжается. Так, вот тут у меня овсяночка. Ну, немножко мышка прогрызла. Да ничего страшного, внутри я видел, никого нету. И так пойдет. Так, вот орешки еще от моей бабушки остались. Да я думаю, нормальные. Вот, не пробовал, правда, ничего. Так, и вот такие у меня даже есть. Вот, 2 года назад, 2-летней давности урожай. Так, маски для дружбана, ничего не жалко. Для Миши, конечно же. Нет, не надо. Мне пойдут. Наверное, там закрытый. Ну-ка, постучу в окошко. Ух ты ж, блин. Здорово. Дверь открой там. Короче, иду. Давай, давай. Так. Для Миши. О, надо взять. Передам ему. Так. Все же дает, а, чувак. Привет, привет, пропажа, о, привет. Привет. Так, стой. Что, стой. Дезинфекция. Ящик поставь на край стола. Да ладно тебе, 1,5 метра, не переживай. Там... Так, колбаса есть? Есть, конечно. Так, что там еще? Так, да тут все, что тебе нужно для здоровья. О, Так, нормально. сейчас. Нормально. Так, держи, колбаса. Давай, братан, о. Так, смотри, смотри. Ну ладно, что, какая была? Так. Ничего нет в магазинах вообще. Хорошо. Смотри, а вот. А, подожди, а что за конверт? Что за конверт? Что за конверт? Да. Ну, только там я, короче, при входе письмо было. Знаешь, я не А. знаю, для тебя. Может, там это деньги есть там в конверте? Не знаю, вроде бы нету. А что там есть? Ну, давай посмотрю. Давай. Так, сейчас, подожди. Ох, и запечатано так капитально. А. Короче, знаешь, что тут? Что? Тут, короче, флешка. Флешка? Да. Так, осторожно, осторожно, ты же испортить можешь. Так, А. и еще вот лист бумаги. А Вот. ну прочитай. А да, там написано, точно. Там сейчас. Письмо. А ну читай. Да. Слушай, может быть тебе орешков дать, а? Да.
Что за письмо? Так, шановний Михайло. А, я, да. Ми, небайдужі громадяни України, звертаємось до вас. Да. Знаємо Ларченка, але ви адекватніший. Ну, просимо допомогти. Так. Ну, помощь просять, поняв? На цій флешці відео, де 07.03.2019 патрульними Києва було зупинено автомобіль Audi, який перебував в орієнтуванні через те, що водій, ймовірно, перебував у стані сп'яніння і пройшов ПДР. Ну, поняв, да? Угу. Під час спілкування з водієм поліцейські встановили, що за кермом перебував заступник начальника одного з відділів ГУНП в Київській області, майор поліції Шевчук. ГУНП? Да, ГУНП. Угу. Відділ ГУНП. ГУНП, да. Під час спілкування з поліцейським Шевчук відмовився проходити огляд на стан сп'яніння і влаштував цирк. О. А, ну, да, однак, незважаючи на це, на нього було складено протокол по 130-й. Свої на своїх? Ну, да, я не знаю. Враховуючи вказане, керівництвом головного управління було надано об'єктивну оцінку діям Шевчука та його звільнено з поліції. Однак наш суд самий гуманний. Адмінпротокол було скасовано, а Шевчука поновлено на роботі. Обалдеть. Через такі рішення судів у керівництві поліції зв'язані руки, а такі Шевчуки продовжують нас захищати. Так, стоп. Давай тогда тут надо серьезно подойти к этому. Так, гаси камеру, готовимся. Как я выгляжу? Нормально. Все, готовимся. Здорово. Гаси.